Так, всем здорово. Сейчас я чатик поставлю. Ту-ду-ду-ду. Ну, да, его что-то нету. А ты где, кстати, сейчас? Он что-то не отвечает, его, походу, нету. Я думаю, пойду постримлю. Я зашел, думаю, может, он сидит там. Дома. Так, сейчас включу. Я сегодня устал на работе. Или не устал? Не знаю. Короче, больше от солнца устаешь. Душно очень сильно. Максимально душно. На месте. Так, мне надо звук настроить, что мне звук вообще максимально громкий. Это я вчера что-то на стриме сидел. Точнее, стримил, посмотрел видос. Так что погнали. Блин, надо проверить звук. Сейчас я. Так, вот это мы играли вроде, да? На чем мы там остановились? Я уже забыл. Короче, я хотел участок свой красивым сделать. В итоге испортил поле. Сейчас надо, походу, культиватор брать. Вести. Так, а что я здесь нахожусь? Так, да, по-моему, я испортил свой участок. Мне сейчас надо, короче, культиватор брать. Ага, у меня только мой трактор. Заведите двигатель. Хорошо, спасибо, сейчас заведу. Не, ну вот это включение света, это вообще божественно, вообще кайф. Да, у меня красивый, короче, участок теперь.
Сейчас я проедусь, послушаю на стриме, как слышно. Ой-ой-ой, что я вытворяю. Ага, вот тут. Так, короче. И сюда. Сейчас приду послушаю, что там мой стрим. На ютубчике, наверное. Микрофон мне не нравится. Поставлю перед собой как-то его. Главное, чтобы он не упал сейчас. Так, можно немного громче сделать. Сейчас сделаю немного громче. Блин, фигово, что слышно геймпад очень сильно. Очень хорошо геймпад слышно, блин. Так, сейчас пойду еще раз послушаю, что-то у меня. У меня проценты по кредиту пришли. Аренда техники, амортизация недвижимости. Что это означает, непонятно. Так, вроде нормально. Короче, все, погнали. Так, у меня сейчас телефон еще настрою. Тут. Экран не выключайся. Так, вот так вот. Все, погнали. Здравствуйте, мой трактор. Красавчик мой. Так, мне только что пришли проценты за кредит. Это так себе, конечно, такая тема. У меня уже начала расти трава, я так понял уже. Дополнительный урожай, удобрено 50, трава растет. Хорошо, мне, короче, что надо? Сейчас я опять в редактор зайду. По-моему, здесь редактор, да. Редактор, стройка. Угу. Планировщик. Окрашивание. Сейчас мы в траву окрасим. Что-то здесь поле стало белым, это типа зима началась или что? А, сентябрь, типа месяц поменялся, я так понял. Ага.
Так. Так, я тут засадил. Не воня... Лугом. Блин, я кучу своих денег трачу. Короче, я так понял, надо вот это все убрать. Все. Теперь едем, короче, заказываем. Ага, я хотел аккуратно это все сложить и сдать аренду обратно. Ага, так. Сложить. Я ее выключил. Так, соединяю свою косилочку. Подцепить. Все отлично. Так, теперь надо вот здесь подцепить. Надо ехать культивировать, взять культиватор. Сеялка теперь мне опять надо. Точнее, не опять. Угу. Так, где-нибудь сейчас тут наверху скинем. Давай, Джон Дирыч, тащи, тащи. Молодой чебурек чисто сидит за моим трактором. Мне, кстати, может, надо поднять этот. О. Все. Отлично. Где-нибудь выгрузить. Так, короче, выгружаю. А, он за, он назад. Ага, отлично. Они сейчас все покатятся вниз, я так понял. Ну, не нормально. Опустить платформу. Вернем в обратное положение нашу платформу. Так, теперь можно его сдавать обратно. Он у нас в аренде. Вроде. Так. Сейчас гляну. Ага, в аренде. Тюка, погрузчик. Выбрать. Вернуть. Так, я его вернул, отлично. Сейчас надо опять зайти в магаз. Стройка. Опять траву надо выбрать. Это не ваше поле, но я могу его, да, обработать. Ладно, короче, не буду лезть. Так, что мне теперь надо? Так, а есть такая штучка, чтобы можно было сразу несколько вести? Где наш магазин? Мне нужен культиватор. Полольники, полоть. Рисование бункера. Разные. Батоны, различные жидкости. Противовес прикольный такой. Нифига себе. Прицеп. Сейчас, короче, попробую сеялку взять в аренду. Арендовать. Да. И культиватор мне надо. Любой. Такой синенький возьму.
2,5, 3. Возьму вот этот. Погнали. Так, у меня чат работает. Тут ничего никто не пишет, наверное. Так, расход на аренду техники. Мне, кстати, капают там процентики, блин. Сентябрь 0042. Осталось 4900 денег. Вообще нифига не осталось. Назар Про. По полям, по полям. Серый трактор едет к нам. Нет, Джон Дир вообще офигенный трактрец. Ну да, короче, мне уже долг отдавать, только не знаю, где этих денег понабирать. Я уже накупил все, что только можно. Сейчас попробуем силос наш, посмотрим, что там наш силос. Я еще даже не понял, как куда продавать. Наверное, тюка-погрузчик не надо было отдавать. То я его обратно верну из аренды. Так, не забыть заправиться. Интересно, мойки здесь есть? Надо будет глянуть. Помыть свой тракторец. Он работает. Обдать его с шланга. Ой, нет, а такую он штуку... Такую штуку, я думаю, он спереди не подцепит. Хотя... Их его знает. Сейчас попробуем. Что-то мне с Clash Royale пришло какое-то уведомление. О, подцепит. Класс. А интересно, он может его опустить? О, да. О, его даже сложить можно. Все, супер. Еще сеялку сюда. Она, наверное, не заправленная. Ой-ой-ой-ой, водитель что-то сегодня устал. Отключить семена мне надо, а у меня нету этот второго. Ой, блин, что мне кто-то пишет, походу. Куда это пришло? А, Telegram, сейчас я его выключу. Телегу отключу. Так, а как же мне заправить теперь? Наверное, тут. Большие мешки, поддоны, о, сухое удобрение, о, семена, и здесь семена настроить. Не, мне одну надо. Да, а как, а где, как заправить? Фига у меня. А, вот стояло это, да? Наполнить сеялка. О, наполняю. Отлично. Все. Все очень просто и легко. Офигеть, мне нравится то, что он умеет возить все сразу. Это же вообще прикол какой-то. Джон Дир из чисто. Так, так можно и работать, конечно. Так, ну на сеялку, наверное, я возьму. Я так понял, там надо аккуратно. Я найму работника, а культиватором сам пройдусь. Будем продолжать. У нас все для травы есть.
Сейчас посмотрим, что наш там силос. Это, наверное, в опять тюка мне надо будет брать в аренду. Можно попросить карту. Так, сейчас я в рояль зайду, карту попрошу. Клэшеру. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, видите, за рулем включил смартфон, и все, и уже авария. Сейчас попросим карту. Тут и так просят кучу карт. Запрос. Я сейчас ледяного духа качаю. Папалям, папалям. Здравствуйте. Ой-ой-ой-ой, походу... А, не, я думал, поезд едет. А, оно как раз только проехало, наверное. Поезд, зачем ты здесь ездишь? Зачем? Оно тебе надо. I will cry, ла-ла-лай. О, прикольно, на карте даже координаты пишет. 357. А, 357, говорит, градусов. 357 градусов. Градус. О, круиз-контроль. О, та, так же вообще класс. А где сколько скорость показана? А, вон, все, вижу. Ого, так теперь можно не ездить вообще. Я нашел круиз-контроль. Ну, даже радио можно. Так, выбрать следующий инструмент. Я не пойму, почему у меня сзади показывают, типа, у меня два инструмента. Это что? Сложить культиватор, а ну-ка. Отцепить. Ага. Так, теперь отцепить. Как отцепить? А, надо его развернуть, а потом только можно этот отцепить. Ага. Окей. Все, есть. Сейчас как закультивирую. А я и смотрел, думаю, капец, сколько фонарей в этом тракторе. Еще не у меня только работает фары. Одно только. Так, надо вылезти посмотреть, что это мой силос. Эй, силос. Бочечка. Кругляшочек. Ферментация 9%. Масса 890 кг. Трава 5500. Ага. Предмет слишком тяжелый. Хорошо, я не смог. Я видел, мод есть, что можно, короче, тягать все, что пудришь, все, что хочешь. Так, я так понял, здесь надо прокультивировать чуть-чуть мне. Что, оно культивирует его? Не, оно его не культивирует, не помогает. Ну, блин. А, или помогает, или не? Не, оно вроде не помогает. Блин, взял и испортил поле. Что ж мне теперь делать? Как мне теперь поле вернуть в обратное состояние? Плуг, что ли, брать? Сейчас попробую, значит, плуг взять. Походу, да, походу, плуг мне надо брать. Сейчас попробуем.
Я уже устал ездить в тот магаз. Мне уже скоро ничего давать не будут. У меня 4000. Куча техники, говорят. Ой, я ж научился круиз-контроль делать. М32. Максимальная моя скорость. Можно теперь ехать и водить, и вообще общаться. А, водичку пить. Иди сюда, иди сюда. Так, у нас на повестке дня сентябрь, 1:33 ночи. Сейчас 20:55, а так жарко, очень сильно. Колесики какие, наверное, ростом с меня. Опять почему-то поле. Беру поля чьи-то, просто уничтожаю. Надо, кстати, попробовать контрактики побрать. Поделать, как я видел, там есть контрактики всякие. Можно попробовать. Да, дни вообще пролетают так быстро. Офигеть можно. А, просто тормозишь и круиз-контроль останавливается. Ага. Так, дядя, дай плуг попробовать. Чтобы купить себе такой маленький плуг. Давай куплю, пофиг. Мне его арендовать он. Да, это прикольно, что в игре можно арендовать. Быстренько арендовал, поработал, что надо. Капец, что я купил. Это жесть. О, здорово, Стас, здорово. Что ты там? Как дела? Видишь, я фермер. Батя фермер. Лук себе купил. Сейчас буду пытаться восстановить свое поле. Взял, закрасил его. Хотел по-бырому почистить свой участок. Да, фермер я вообще отлично. Я тракторист вообще. Это мой личный трактор, понимаешь? Я на него кредит взял. Мне теперь эти, как его, высоко поднялся. Да, вообще офигенно. Кредит взял, трактор купил. Мне только пеня приходит, что я не, обратно его не выплачиваю. Процентики капают, с меня снимают. Нормальная тема. Интересно, поможет ли мне плуг или нет? Я думаю, что поможет. Но это не точно. Не, не помогает все равно. Это что ж такое? Это все... Блин, взял, уничтожил свое поле.
Как мне мое поле вернуть в обратное состояние? У меня уже нету даже этот какого. А может просто посеять? Ну-ка. Вряд ли, наверное. Вряд ли тоже получится. Не, я не в Днепре. Я далеко, давно уже далеко. Дом свой покинул, родной. Так, попробую, короче, посеять просто. Опустить. Включить. За Никитосом поехал, да. Поехал за ним, конечно. Я даже не знаю, где он, кстати. Ну, здесь оно он сеет, да, но. Блин, зачем я испортил свое поле, а? Объекты. Я даже не знаю, что. А, может, не попробовать? Активные бороны, сеялка. А зачем мне эти борона? Не знаю. Даже не знаю, как это приспособление действует. Сеялка, да сеялка, какие-то бороны, зачем они мне нужны? Позволит подготовить поле к новому посеву. Рекомендуется использовать колесные рузы на тракторе. Типа, его можно отцепить? И что? Сочетание. Фиг его знает. Так. У меня появилась новая идея. Но оно типа сеется здесь. Но нифига не сеется. Так, выключить. И поднять. Ну и у меня есть новая теперь планировщик ландшафта, короче. Возьму. Вот. Нифига. Растение. Куст. Нема просто земля. Скульптурирование, окрашивание. Животное, грязь, камень. Может, попробовать так? Животная грязь, может.
Это не, наверное, вряд ли она какая-то хрень. Опа, а что там написано? Перекупщик животных. У вас нет амбаров и пастбищ для животных. Чтобы купить животных, разместите амбар для них. Понял, понял. Извините. Участки. Что ж мне с этим сделать, а? Как мне это убрать? Так, салат мой растет пока что. У меня больше нет идей. Производство. Базар. Короче, тут надо все самому строить, я так понял. Это прикольно. Здание, расширенные инструменты. Метеостанция улучшает прогноз погоды на ферме. Ага. Да. Блин. Покрашиваем. Так, короче, пошел я в Google. Посмотрю, что там. Надо глянуть. Так. Покрасил. О. Сейчас пойду гляну, что тут. Что-то интернет вообще... А, это русский сайт, понял. Так, что-то он культиватором вытворяет тут. Понятно, что культиватором все понимают, что надо делать. Но я взял, закрасил этот поле дядя. Закрасил поле FS22. Создаем поле Courseplay. Как испечь торт? Нифига себе, можно испечь торт даже. Как восстановить поле? Парни, симулятор 22. Так. Ага, плугом там что-то проходится. Блин. Что с ней делать? Я даже не знаю.
Я в тупике, если честно. Как же ж мне быть? Ту-ту-ту-ду-ту-ду-ду. Интересно, оно его сеет или нет? Оно вроде как его сеет, но нифига не сеет. Привет, Зирка, привет, привет, помню, да. Здорово. Вроде на стендофе, да? Здорово, здорово. По стендофу вроде катали там. Блин, я не знаю, что мне делать. У меня покрашено поле в какой-то говняный цвет. Нахрена я это сделал, не знаю. Случайно. Как это восстановить теперь? Тоже в КС. Круто. Крутой это, конечно. Трава. Сечка и силос. Чтобы... Так. Что тут еще есть за... Блин, взял, закрасил поле и все. Поломал игру. На другую игру. Да вообще, наверное, я не знаю. Сажалки. О, может. Механические лопаты. Я вместо луга. Доту, да, я играю. Но я не хочу доту стримить. Прям совсем. Что-то я сегодня... наверное, или нет. Каток верхняя. Чизель-культиватор. Пиарил. Да не, типа, забей. Я не знаю. Чтобы... Я чисто просто хочу кайфануть, знаешь? Я просто пришел... Сейчас покайфую и все, типа. А в доту это надо, ну, типа, там слишком дисморальная игра. Не дисморально как это назвать. Да, блин, у меня... Надо этот... Да. Короче, надо просто жить, чтобы стримить доту, понимаешь? Я просто пришел, хочу просто кайфануть там. Зайдет кто-то, пообщаемся. Не зайдет, типа, просто пообщаюсь сам с собой нормально. С кайфом вообще, понял? Вот.
Корм для свиней. Короче, что-то я хочу продать все нахрен. Пойду все продам, короче. Как все это продать? Участки. Как мне продать участки? Ну, типа, понял, надо... Это просто надо жить. Я после работы пришел, я хочу себе отдохнуть, знаешь, типа там. С кем-то поговорить там или, ну, типа, просто поиграть там. Просто расслабиться, знаешь, не вот это напрягаться, что-то, ну, типа, дота это я вот попробую после работы постримить. Я такое чувство, как будто я вернулся обратно на работу, я тебе говорю. Это надо жить чисто стримами, тогда да, может там что-то пытаться. Ну, дота это не та игра, вот, я не знаю, надо просто искать, вот как я тогда стендов, типа, случайно. Ну, сейчас это тяжелее сделать, типа, просто мне повезло со стендовым, все. Ну, как, повезло, и все ушло. Так, я хочу все продать, нахер. Выбрать. А, нет, трактор не продам. Плуг. Продать, нахер. Так, сенокосилка продать, нахер. Продать. И это оставлю, буду животных, возить воду животным. Так, что я хотел? Как мне еще поле продать бы? Вернуть. Вернуть, вернуть. Продано техники, участки. По-моему, мне в магазине надо покупать, да? О, я могу его продать. Ага, статичные объекты. Хорошо, сейчас. А, мне надо продать этот ферм. Ага. Хорошо, сейчас я его продам. У меня еще сила есть. Сколько еще будешь стримить именно этот стрим? Не знаю, может там полчаса, час. Сейчас я все продам нахрен. Блин, обидно, что я... Ну ладно, сейчас тогда продам этот. Возьму себе какой-то поменьше участок. Поближе к городу. Выбрать. Продать. Все. Участки. Все, я его продал, отлично. 190 и вернул. Так, теперь я хочу... Что, я хочу кредит вернуть? Угу. Где он у меня тут? Он, наверное, где-то тут. Вот. Уплатить. Где-то. Пропиарить. Я думаю, можно у кого-то рекламу заказать. Типа, понял? На стримы. Тикток или где-нибудь. Так, все, я платил кредит, теперь я никому ничего не должен. Пропиарить. Я помню, слышь, я сейчас вспомню, как вот это, типа, понял, была тема. Когда начинал только стримить. Короче, челы от... Там смотрел мне один чувак, Данил, по-моему. И он там с Russia Power, типа, там Russia Power делал какую-то группу, ну, или группу, или какую-то семью свою. Типа они залетали, мне лайки ставили, я помню, да, типа пиарили мне, мои же зрители, понял, бегали где-то, их банили, капец, такая ностальгия вообще, такой кайф, когда тебе хотят кто-то помочь, там, знаешь, типа. Так, у меня есть трактор, водичка, пока оставлю, ждем силос, короче, вот этот вот, отвезем его потом. От рекламы смысла ноль. Ну да, да, согласен. Присесть. О, я хотел все время поле, ой, пилянуть что-нибудь. Ну-ка.
Я заходил с разных аккаунтов, ты меня вытил везде. Нормально. Почему бы и нет? Чисто гений, да? Бля, то у меня просто горело, чувак. Ну а что, я не виноват в этом. У меня просто горело. Нифига, у кого-то сигнализация работает на улице. Так, пойду, короче, гляну... Стой, пока здесь трактор. Я сейчас гляну, какой участок я могу себе позволить пока что. Могу ли я вообще хоть какой-то позволить себе? Маленький какой-нибудь. Вот этот сколько стоит? 137. Вот этот. 92, блин, чуть-чуть не хватает. 107. А зачем здесь такая огромная карта, мне интересно? Я могу тебя размутить с аккаунтов, если хочешь. Вот 92 нормально. Сколько это стоит? 170, офигеть. Вот, 22. Ну, короче, 21 участок взять и кайфовать. Так, хорошо, мне надо, короче, пойду я туда контракты делать. Что тут по контрактам? А там они быстро закончатся вроде. Блин, что-то я, короче, хрень натворил. Спашка земли. Погнали. Принять контракт. А что теперь? А, стой. Нет. Спашите поле 1, чтобы разрыхлить почву и подготовить ее к следующему, к следующей культуре. Так, противовес мне надо. А у меня же есть трактор, тю. Мне надо просто культиватор, да? Такой красный взять. И противовес. Культиватор. Где ты? Вот культиватор. Какая она мне там показывала? Красный какой-то. Или не, или что она мне? Что она мне показывала? Что это за такая штучка? Культиватор такой на одну сторону какой-то прикольный такой. А что значит купить кредит? А, вот. Вот что это означает. Угу. Окей. New Holland. Би-би-би-би. Здорово. Так, включим фарки. New Holland какой. Капец, мне вообще так кайфует этого, когда вот это так делает. Так, надо найти, как эта штучка называется. Я сейчас сюда посажу этого. Работягу, пускай на меня работает. А, это плуг. Вот, все, окей. Это плуг. Опустить противовес. А, это для плуга противовес. Нифига, тут вообще система ниппель. Так, спашите седьмое поле, чтобы разлететь почву и подготовить. Хорошо, брат, сейчас все сделаем. Все по-братски, по-дому все сделаем. Так, я хочу на карту зайти. Как мне на карту? А, все, точно. Я туда нажимаю, куда надо просто. Где у нас седьмое поле? Вот оно. А, мне показывает даже этот. Опа, плуг сложенный. Выезжаем, брат, братишка, когда меня отпустит.
Нью-Голланден. Так, как мне переключать этот? А, или оно само, да? А, да, сейчас нейтралочка. Я прям по полям, мне пофигу. Нормальная тема. Так, короче, куплю себе какой-то участок за 92, вот тот, что я видел. Куплю себе тепличку, буду туда воды завезу, навожу воды. Не, не холод, он такой. Интересно, сколько он стоит? Он, наверное, дороже моего трактора. Он такой какой-то такой. А, он даже полтинник едет точно. 100% дороже. Нифига, тут реально такой пушка, автомобиль. Мы сейчас за одну аренду сразу. Короче, работник, работай. Опа. Или самому поработать. Не найди на поле. В смысле? А это что? Чужое поле. А, понял. Как опустить? Повернуть плуг. А, я что же думаю, как-то он слева так работает. А, он прям за трактором может ехать. Все. Блин, плугом никогда не работал, если честно. Ну, еще не пробовал, точнее. Вы что там врезался? А, в чью-то машину. Я подбил чью-то машину. Осуждаю, конечно, такие движения в этот. Разрешить создание полей, пахать только на полях. Что? Так а я что делаю? Я же не по контракту работаю или что? Что мне тут пишет? Игра, что пишет, типа, что я что не то делаю. О, просто Громов, привет. В одиночку? Да, в одиночку. Да я что-то, короче, по советам набрал. Взял, короче, я не знаю, ты можешь мне помочь? Как мне, вот, смотри, я взял, сделал, что сделал. Хотел почистить свой участок, мне чувак говорит, возьми его, закрась просто. Я взял его, закрасил и поле закрасил, теперь не могу ничего с этим сделать. На сервак, типа, в Discord или что? Так, а что это у меня робот? Что это у меня делает? Так ты ж... А, или это я просто не то обрабатывал? Ну да. Да я не знаю, в принципе, можно что. В принципе, погнали, все равно, что я тут... Пропахать попробуем. Да, мне что-то я попробовал такое, что-то такое. Лучше я работника найму. Ладно. Нифига, тут компьютерик какой. Да, это сразу видно, аппаратура хорошая. Я контракт взял.
делаю себе контракт. А, ты говоришь пропахать. Мы с челом играем, понял. Я, короче, что делаю? Я уже все, что хочешь, сделал. И плуг купил, короче, не работает. И культиватор не работает, короче. Ну, там все плохо. Ничего не могу сделать. Вот. А чё он у меня как-то развернут? А, плохо. Или это нормально? Можно же... А, все, я только сейчас увидел вот эту тему. Разрешить создание полей. Все, я понял, все. Блин, а я взял, все продал нахер. Ну ладно. А я, короче, слышь, взял, все продал. Точно. Я только сейчас увидел эту тему. Да, я видел, видел. Да, реально круто. Ну, погнали, чё. А там ты как? Я, наверное, не смогу с вами разговаривать. У меня, я ж типа через комп, понял, стримлю. У меня нету к этому, к Xbox, короче. Дискорд у меня, да, есть. Да ё-моё, что ж так я так криво все это делаю? Блин, этим плугом так тяжело это все делать, я тебе говорю. Я еще перфекционист грёбаный. Микро есть, да, есть. А я сейчас как разговариваю? Дискорд у меня есть. А, ну я просто не знаю, как вы через что играете просто. Если через комп, я просто через этот. Я через Xbox играю. Понял. Я думаю, может, через Xbox разговариваете. Там же прям в игре, по-моему, разговаривать можно. А я тоже додумал, думаю, блин, ну культиватором ладно, может, купил, взял, короче, этот плуг, думаю, блин, ну плугом точно получится. А только сейчас увидел, что реально получилось бы. Ну ладно, я его продал нахер. Вайла.
Так, главное не утопиться, блин. Это я умею. Так, короче, дядя. Я хочу работника нанять. И что? О! Всё, красава, погнал, погнал. Так. Все, он тут поехал. Что у меня там еще есть? У меня еще контракт какой-то был. Иду гляну. Мы на второй карте. А я, по-моему, я тоже на второй. Сентябрь, 11 градусов. А как тут? Я просто не шарю. Действующие рабочие. Ага. Мне, я так понял, надо... Как мне с игры выйти? А, вот. ДС. Ну так я... У меня ДС открыт. Блин, у меня на стриме не слышно звуки. Ёб твою, и все время. И никто мне ничего не сказал. Ё-моё, понимаю. Блин, мне пишет доступен Kubota пак. Я нажимаю его получить. Вот. Ну, что-то нифига не работает. Сетевая игра. Войти в сессию. Как там ты сказал? Как мне язык поменять? Так давайте сколько. А, так там, там же не. А, ты в смысле, ты у меня в группе сидишь? У меня группа есть Discord. Все карты. А, тю, я свернул, думаю, что она не работает. Хаут. Так, еще раз. А где твой ДС? Ну, а что, нема в описании в Ютубе? А, блин, это ж ты на тро. Понял. Ща я тебе, короче... Ща я тебе... У меня на Ютубе все. Я тебе сейчас скину, короче. Я тебе свой YouTube скинул, там все есть. Трово, бобово, короче, все-все подряд есть. Красота, просто фирма. О, вот.
Я не могу почему-то. А я не могу даже эти. У вас моды какие-то стоят. Я не могу моды поставить. Моды можно загрузить с мод хаб. Я ж даже не знаю как. Вот это? Что мне надо загрузить? А что, ты не можешь скачать через игру? Добавь меня, друзья, ДС. А ты кинул, да? Какой у тебя ник? Я просто не знаю. Тут у меня куча каких-то чуваков. А, ты мне вроде не кидал. Добавить друга. Я тебя кину. А, вот что она. Кубота. Ага, $4. Понял, понял. Нифига, тут даже моды есть. Я в шоке. Ху-ху-ху-ху. Т-25, нифига себе, у меня дед бы сейчас вообще бы за него порвал бы. Антонио Карропак, класс. Чел еще типа бабки рубят на этом, понимаю. Фиат, Ньюпо, он тут, короче, я так понял, нормально есть. Ого, это что вообще такое? Фиат 605. Вот это трактор вообще класс. Подними ДС. А, тю. А мне не слышно что-то. Алло. Здорово. Здорово. Слышно? Да, да. Ты видел, мне что-то надо какие-то моды скачать или что-то надо сделать. У меня такой музон классно играет вообще с кайфом. А я вообще нигде не могу начать, слышь. Я не знаю, что. Даже вот в открытых я не могу этот начать. А, вот, скачать модификации я сейчас могу. А, тут, кстати, а, я так понял, тут есть какие-то неофициальные типа моды, да? Меня слышно вообще? О. Ты тут? Блин, забыл, что на кнопку стоит, я ж вроде убрал. Короче, войди моды. Модхаб? Ну это, завод, да. Переведи контрдом. Первое, короче, слово введи. Он там есть. А вот поиск, ага. Как? А я думаю, что-то люди на серф не заходят. А тут, блин, короче, это... Этот мод вручную надо искать, блин. Телеки, блин. А ты вот не знал, что и хрен бы зашел сюда, да? Что писать?
одному скучно, блин. Сейчас тебе напишу на стриме. Блин, у меня так едой пахнет вообще, я вообще кайф. Кто-то жарит что-то. Котлетками. Напоминает на еде, тут будет свитер есть. Котлетками тупо какими-то пахнет. Так, давай звук тут выключить. Давай, вводи. Это мод, считай, как GPS мод, знаешь? Не. Блин, это, короче, ну тут просто сборка может быть, GPS позволяет на поле ровно сидеть. Ну тут такого нету. Что-то есть, только непонятно, тут куча. Колизей, привет. Black Russia, я не знаю, что это такое. Вот, я так вел. И вот что мне выбивают вот эти вот. Да. А ты с компа играешь? А, ну видишь, тут, наверное, скорее всего, что... Все, короче, все это сложно. Пипец, короче, все сложно. Да. А, иди, короче, выйди. Иди английскими GPS. А, GPS. Ну, это другой мод, короче, отдельный, короче, он чисто один. Просто вот это типа сборка. Я тут и так некоторые моды поубирал. GPS. Ну, видишь, она мне само там этот. Не мат такого. Если я правильно написал. Карт. Тут даже карты есть другие, нифига себе. Шо-шо. Короче, где модхаб? Да. Выйди с этой хуйни. Сейчас, подожди, я где-то что-то какую-то кнопку зажал. Вот. Просто назад нажми, вон Б у тебя горит. Так, хорошо, сейчас. А, я понял, это этот. Да, нажал. Блин, а у тебя нету такой херни. Подробности нажми. Сейчас я Xbox потише сделаю. Подробности. А, подробности. Подробности это ты типа заходишь и смотришь, что ты, в какой это типа. Я понял. Короче. Если со мной все мы с тобой играть, то надо вот без мода, честно говоря. А там мы бы вводили другой скин. А что за мод? Как его? Че у меня его нет? Потому что его отдельно надо. Ну видишь, это что? Ты играешь, короче, на голой игре стандартная. А кто хочет играть стандартно, то не хочет скачивать мод, блин. Тут просто это. А тебя сейчас даже тут не видно, ты выключил, да? Вот я каким-то челом подключаюсь. Что ж такое? Видишь, Xbox он этот. Не, ну мы с челиком вот с модами вчера начали играть. А что он дает? Этот мод?
Да. Ну, там много чего. В смысле дает? Он... Говорю, по полю легче ездить. Обрабатывать поля легче. Это типа как в танках показывают, типа спереди этот, что ли? Как его? А, ты про... Не, там... Куда едешь, типа, знаешь, блиц играешь, там видно Он, стрелочка. короче, на поле подруливает. Настраивается, он подруливает. Ну, короче, ровно едет. Фейси. Ровно. Ты вот так вот испугал. Вот этот мод нам помог. Мы играли на карте Ничейная земля. И там участок покупаешь. И знаешь, что делаешь? Надо самому поле создавать. Чистить там от деревьев, поле создавать. Вот там, блин, этот мод. А, тут что, вы в этой игре можно поля создавать, да? Да. Но есть Офигеть. карта, которая чисто без одного поля. А не, подожди, там одно маленькое на всю карту. Блин, Попробуй еще неплохо. раз зайти. Слышишь? Давай, сейчас. Так. Не, не зайти, попробуй. Посмотри, там два мода стоит, если они не устанавливаются. Можно так, в принципе, поиграть. Но просто сейчас я челика жду, он сказал, на полчаса отойдет. Убирать урожай буду. Надо отвоз кого-нибудь. Одному будет очень сложно. Что я тебя не вижу. Вообще. Да. Мишки. Не видишь вообще? А, это тут мод вообще умер. Ты только, наверное, сможешь вот так зайти. Сейчас, короче, все просто выключу. Попробуй так зайти. Сейчас ищу. Назар, привет. Что-то ты второй кто с троллом Костя, зашел. ты часто в эту игру играть будешь? Ну так, я просто работаю после работы, типа. Ну, я работаю часто, понял. Я почти постоянно на работе. Я тоже после работы захожу. Да, я почти постоянно на работе, так что. Не, все равно что показывать нельзя. Вот сейчас зайду попробую. Обнови. О, захожу. Ну, я просто все моды поубирал. Она чистая. Да. Ну, а сейчас урожай убирать. Ладно, без этого мода, что прямо едет, уже сам порулил. А там на урожай, блин, немножко плюшки еще. А ты можешь сделать, сейчас я зашел, а потом поставить моды, типа? Смысл моды? Или нельзя так? Ну, мод поставить. Не, так нельзя. Можешь как-то погуглить, типа, как на Xbox этот мод поставить. А, так блин. Так. Подожди. На Мод. ферму тебе зайти надо. Веникли X. Ты что, блин, в браузере смотришь? Да, я в гугле сейчас. Ты его можешь отдельно скачать, в Ну да, принципе. я же за это... А, из интернета, да? Но. А как поставить, ты знаешь? Конечно, знаешь, сам вставил. Не. Эти два, там два мода надо отдельно вручную ставить, а этот, который я тебе один вставил, его я скачал так. А вот есть какие-то... Принципе, я тебе его могу так скинуть. Через что ти... А, подожди, я могу через Discord скинуть. Его очень плохо слышно, прям очень. Кого? Для тебя, сейчас я тебя погромче сделаю. Делай погромче, я не хочу кричать. А ну сейчас Назар. Тебя Назар где-то видел. Походу в чатах где-то. Чатах? Может быть. Ну, он тоже строго смотрит меня. А я часто смотрю ферму. Я даже вот думал сейчас найти с кем поиграть будет. Э. Там просто два человека, один, три, нас вообще четверо было. Один слинял, пропал куда-то. Третий, короче, то играет, то не играет, то говорит, ты рыбалку скачал, блин. А тут рыба... Стоп, а интересно, у меня есть на Xbox рыбалка? Рыбалку четвертую скачал, блин. Я говорю, да
Нахрена тебе та рыбалка? Сидеть, блин, да. На поплавок только странно смотреть. Блин, я вообще с Вот рыбалкой бы нахуй. поиграл, ты что, это кайф игра. Лучше бы уже на нормальную сходили, чем. Ну, так у меня немало возможностей. Короче. Загрузки. А если я сейчас в браузер зайду на консоли, как думаешь, получится? Браузер. Я тебе могу скинуть так модель, кстати. Блин, надо как-то уже ты в игру зашел. Будем играть, не? А, ты вышел? Не, я не вышел. Я стою тут на месте. Я ищу в интернете. Ферми симулятор 22, GPS, навигатор, рулевое управление, версия 2.0. Это не GPS надо было, а Winter Colon. А ну еще раз как? Там... Скинь название, я посмотрю на этом Подожди, сайте. а GPS? GPS просто, чтобы он работал, еще надо, когда покупаешь технику, устанавливать его, покупать типа навигатора за 15 тысяч. А, есть такое, да? Ну, типа навигатор А прям в покупать. игре есть такая фигня? Ну, ты мод скачиваешь, у тебя нету просто чего-то мода, у меня что он есть. Может то, что ты на буксе играешь. Как мод называется, скажи, этот подкаст напиши. Я ж тебе писал. А, так я так вводил, он не этот. Подожди секунду, я сейчас посмотрю. А, не, я не так написал, понял. В настройках GPS есть кнопки, чтобы поменять или нет? Вот какой-то есть. Vehicle pack. Seed potato. Кстати, а ну поставь мод, а я выйду, посмотрю, как он называется правильно. Что он хочет от меня Xbox, понял? Сейчас попробуем выйти. А ну поставь тот мод, я гляну, как он называется. Поэтому ты поставил, а у меня эти два мода. А я-то думаю, что люди не заходят. Это мои моды, которые... Не могут скачать, да? Ага, надо сайты скачать. Не то, что тут нажал на кнопочку выжить. О, нифига, тут обновилось. Попробуй. Блин, ну кто-то, конечно, негодяй, вот это жарить в 10 часов котлеты. Это нечестно так. Котлетки, наверное, вкусно пахнут. Да, вообще, это шо. Так, я посмотрю. Групп. Блин, с кем так поиграть надо? Пошел чел на полчаса, и его уже час нет. Я в итоге сегодня и не поиграл, блин. Просто просидел. Тебе надо такое, знаешь, типа ферме делаешь, что ты можешь и сам делать, понял? Можно вместе, можно сам. Тогда такой Я чисто. могу сам, просто это будет неинтересно. Просто вот будешь на комбайне ехать, чтобы кто-то отвозил. А так самому едь, потом еще отвози. Ну, если без модов мы поиграем, ты сможешь это сделать? Без мода можно, блин. Можно просто забить на плюс к урожаю, просто сделать. Один хуй его нет. Ну давай без мода поиграем. Мы поиграем, потом, может, я... Там как раз его мы недавно купили. Может, найдем Упс. какого-то специалиста, который шарит, понял? Мода. Вот. Да ты просто скачай сайт и поиграй, Vehicle блин. Control версия 1.1.1. Аддон. Сейчас посмотрю, что тут. Давай Ви... так поиграем, потом скачаем. Не, я понял, да, я сейчас просто запишу, За как он. 10 часов, блин.
Да, уже 10 часов скоро спать идти. X. Записал. Xbox. Да. А ты сделал? Я к тебе не могу зайти, у тебя опять этот контрол пишет. Я не перезаходил еще. Ой, отмена. Мне пишет, я случайно что-то нажал, можно тебя заблокировать как-то. Вехи. Пожалуйста. Не, я случайно нажал, типа, какую-то херню, ушку. Кнопку случайно нажал. А, мне надо сюда. Загружаем материалы. Блин, это хуйня, вот тебе скинул, блять, это настрой, не надо, не качает, не надо. Заходи на сервер, поиграем там. Угу, захожу. Блин, это ж придется ролевать. Ну смотри, если мы сейчас начнем, пока все поля не поубираем, никуда ты не пойдешь. А сколько там, да хуя? Ну мы, короче, вчера... Так разогнались, что у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 полей получается. Сколько это по времени? Из них 1, 2, 3, 4, 5 полей вместе. Нихера себе. Я представляю, какое там у тебя поле. А еще берешь кредит, еще одно поле 30, еще одно большое. Короче, сколько это по времени? По времени? Не знаю, ну, часа два может. Нихуя себе. Может час, а я не знаю, честно говоря. Давай, не, только не на, не на 2 часа, я ебал, блядь. На 2 часа это прям пиздец какой-то. О. Мы посмотрим, что-то давай. О, тут собака, нихера себе, вот тут, слышь. Ветрячок, электро этот. Как она? Нифига себе, вот тут. Собаку это можно даже... Она меня не загрызет? Нет. Это надо, блин, снести будет. Чё? Нам вот тут дом стоял, чел, которым я играю, это, снес дом, мы там в другом месте поставили, там надо будет поле запахать и пора подровнять, чтобы было нормально. Добавься в его ферму, сейчас добавлюсь. Как в твою ферму? Присоединиться. Пароль, какой у тебя пароль? 78-22. Все, теперь сейчас тебе хейтеры залетят, чисто школьники со стрима. Там никого тебе нет. Че, Назар есть? Назар? Ля, какой у тебя чисто гламурный челик. Пускай заходит. А он только смотрит, он говорит, у него вроде я только... Я все равно бэкап сделал. Нету пока. А, надо... Нету ПК у него. Давай, погнали, что работать. У меня что-то, походу, пинг под этот. Блин, а как тебе добавить в этот? Подожди. Так я добавился сам. Не, тебе что надо добавить. Чтоб ты мог что-то делать. Да, там, поставить меня кем-то. Ты можешь в машину сесть? Давай, попробую. Да, я могу в трактор вот. Бери фуру, где-то валяется, видите, все порцепляет. Вот, все. Едь сюда, подцепляй его. Красный прицеп. Мне интересно, куда он это... Два. Красный прицеп. Вот, тут где стоит. Ага, вижу. Блин, а... И консольки. По-быстрому сделать. Что я хотел, не помню. У меня как-то, знаешь, такое какое-то, как-то подлагивает, типа пинг или что-то типа такой хуйни. Так что, играть не будем? Не будем, чё. Чё?
Блин, я забыл, что хотел. Блин, где это? А, карта нам. Элеватор надо. Куда она вот делает? Три в одном. Кампе. Я пока осмотрю свою технику. Так, на чем мы тут сегодня работать будем? Нормально. Нифига, вот эта жатка, я рябу. Сколько она метров, слышь? Это самая большая. А фура самая крутая или нет? Фура? Они все такие нормальные. Это самая такая коротенькая. Ман. Нормальная. Там длинные. Пойду посмотрю. Какие вообще фуры есть? Где тут? А, грузовики, да? Ман, 130 тысяч. А, они все, кстати, не сильно и дорогие. Это козлина, блин, взяла и... И убрала, блин, это. Ну, блин, вот... Так хреново играть, когда вот... Он, блин, сегодня... Он вечно играет в обед, когда я на работе. Я прихожу и прихожу, как будто на чужую ферму. Где что? Дом продал, блин. Кто продал? Вот, ну, продал этот, как его. Слышь, а как построить нашу технику? А вот. А что ты ищешь вообще? Блин, куда ты будешь угрожать, блин, зерно? Этот бункер? Он его, походу, убрал, блин. Ты бункер ищешь, правильно? Да. Понял. А на карте его не видно, да? Mm-mm. Это надо заходить в этот стройку, правильно? Тройка и искать его. Так мы ж можем посмотреть. Сколько он... А, тут не пишет, да, количество, есть у нас бункер или нету. Бункер хранится урожай. Блин, этот бункер. А какой у нас бункер был? А нам элеватор надо или бункер? Да. А, винтовый контейнер нужен. Ё-моё. О, вот этот, походу, был. Ага. Ого. Это он, блин, за 100 с хэром покупал. Что вообще пришло? Нифига, у вас тут поле, конечно, нормально. Надо поставить... Куда поставить, чтобы было ближе возить? Тут вот он стоял, сюда и поставим. Тут, а вот. Шо так? Тут же ж урожая нет. Или это что такое выросло? Что это за урожай? Ну сейчас помотаем время. А, так можно, да? Можно. Нифига себе. Так вот ты бункер поставил. Ну. 198 тысяч потратил. Да, это еще и кредит будет. Так нам надо кредит вас этот возвращать. Ну, так я вот сейчас сделаем, блин, тут же ушел, мы трохи заработаем. Подожди, что там с его будет, она на до самого октября будет. Вот так. Да-да. Там я понял, я бы играл с этого, на работе с телефона, геймпад есть. Интернет нет нормального. Хочет спать. Мы спим. Я, блин, до 180 кредит погасил, был миллион. Ого. Он опять на 900 тысяч, блин, набрал кредита. А я же то поле, короче, взял, уничтожил. И никак не мог его вернуть. Вернуть там, короче, надо было плугом создать. Да, поле. Я понял. Я уже потом, когда взял контракт, увидел, что на плуге можно поменять, типа. Но на плуге, честно говоря, там, блин, сложновато. А особенно без GPS, там, ровненько сделать. Там, да. А когда это? А что нам доход от недвижимости, это что у нас? Панели стоят, видел, не? А, они деньги приносят?
Я что-то в Ютубе вбивал Фермуса, посмотреть, там какой-то чувак, короче, как-то на электро этих ветряках что-то там миллион, кучу бабок заработал. Данные, вот они, блин, их надо знать, когда ставить, когда копейка чуть-чуть лишняя идет, потому что это... Ну, а стоит тут один, Если да? ставить, блин, они окупаются долговато, это вот так мотать надо. Выживание растет. Что там наш? Он растет еще, я не понял ни хрена. Растет, пишет. Растет. Удобрено 100% А, дополнительное тогда урожай. октябрь надо. Ба-ба-ба-ба-бам-ба-бам-ба-бам. Слышь, а если все поля взять объединить, нормальная тема будет? Купить Объединить их все. все вместе Да. дорога не даст, Ну, в смысле, как, насколько возможно, типа. так обычно и делают, в принципе. Понятно. А я что зашел, мне тут Назар учил играть. Я траву сеть этот купил поле, траву покосил там и собрал в эти. Бекет, как он учился, у него пока нет. У меня тоже не было, пока я его недавно системник. А если консоль с телеком взял? Кому что? Балдею часа, я тебе говорю, ты что эта тема? Ну, вообще кайф, Я пиздец. тоже балдею на максималках играю. Ну, честно говоря, максималки можно было и лучше сделать. Так, что сейчас? Октябрь. Посмотри, созрело. Да, созрело. Ну все, я тогда позвоню компанию. Урожай созрел. Блять. Бля, чего мне так пингует? Я же заходил, было нормально. А ну да, я перезайду, Может попробую. мне качество меньше поставить? Может это из-за этого лагает? Не-не-не. Сейчас я перезайду, попробую. Я заходил, было 30, понял к тебе. Нормально было. Сейчас как-то, знаешь, такое чуть-чуть есть дискомфорт такой. А в игре же, по-моему, да, даже можно общаться. А в игре там, кстати, выключи микрофон, у тебя на горите на стриме видео. Да, я тоже видел. Меня ж не слышно в игре. Нет, потому что я голосовую в игре выключил себе. Она, я вижу, что у тебя это загорается, вот ты что-то говоришь, у меня выключено, я тебя не слышу. А как это сделать? А вот. В настройках. Громкость голосового чата, типа выключи, да? Так, Выключен. тебе трактор не надо, мы распорим. Все херня, где я жад покинул? Ой, что-то у меня синхронизация какая-то. О, блин, челик какой-то заходит. Уф, вошел, да. Сейчас он тебе тут устроит. Слышь, а что мне? Я ничего-то ничего не могу сделать. Наверное, из-за того, что перезашел или что? В смысле ты ничего не можешь сделать? Завести двигатель не могу. На интер заводишь. А, вот, все завел. Мне сейчас не На интер показывают. все заводишь. Эти не показывают. Подсказки, понял. Челик зашел. О, мне пишет, мне какой-то этот чувак сообщение скинул. Ходит на сервер, который. Да, он мне что-то беседы. Какое? Где? Где эти фильмы? А вон он бегает. Он что-то написал в этом в чате. Он не пишет в чате, это я писал. А, это ты в чате писал?
нас, короче, смотри, если эти все поля, ты видишь, какие А, наши вот, поля? какой ДС он мне пишет? Как ему ответить? Давай буквы последние. А, или нам надо этот. Я уже сам пишу. А, он видит, да? Он тоже с консоли, я так понял. А что, он не видит то, что я пишу? Ты видишь, он я пишу в чат или нет? Я не знаю, честно, сейчас гляну. Ну, Саша, он напишет. Да, вижу. Да, вот, пиши ему. Он мне в этом. Я ему сейчас напишу в Xbox, чтобы типа он... Еще один зашел. Блин, а где вы все раньше были? А, я ж моды по его убирал. Да, да, да. Ну-ка, так без модов пиздец, уёбе сегодня. На работу принимайте, на работу работяга пришел. Руслан 93. Так, блядь, тракторов нема столько, блин, ёлки-палки. Сейчас бы ты твое поле за секунду бы убрали. Так не, арендовать могу, кредит взять, она купится. Надо просто это, блин. Руслан вышел. Он вышел, блин. Этот, мы же в лазе, это. Ну видишь, он на работу принимаете и вышел, блядь. Не Дискорд тогда не надо, так не надо. А этот спросил Дискорд. Подожди, он меня добавил, друзья, не? О, подожди, не пишет никуда, он меня добавил. С телефона еще себе. Оп. Как его добавить? Добавить плюсик нажми, но надо, чтобы я у него в друзьях был. Чего? Вроде, или нет? Не, вроде не. Добавить. А вот. У него ник там соло. 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 Да. Боже мой. Здравствуйте, сын мой. Здорово. А ты с чего играешь? Xbox. О, на я таки понял. С кайфом. На телеке? Да. Вообще кайф. Сколько? Ну, у меня телек от Моника, да. Работает. Тебя, кстати, зовут, который стримит. Да? Да, вот, тебя как зовут? Меня Влад. По одному говорить. Короче, нам надо урожай собрать. Сколько у тебя в фуре, блин, мест? 78-22. Сколько у тебя в фуре мест? Я не знаю, как посмотреть. Вон справа снизу. Ноль. Справа снизу? Там процент. А, подожди, там же не посмотришь. Блин. Это надо заходить в этот. В рынок. Потому что я не покупал этот прицеп и фуру, я не знаю. Ага. У нас есть два прицепа. 59 тысяч. 59, да, метров кубических. Я, короче, хотел арендовать комбайн, и тогда арендую там проверить один комбайн. Я пойду гляну, какие есть прицепы. Прицепы. Так, малыт, я как зовут? Ярик. Ярик? Ярик, а что ты кушаешь? Я тебе дам комбайн, блин. И посмотрим, этот справится до выхода. Кайф. Блин, а ёлки-палки, вот. Заблудился. Я заодно за комбайн протащил. Там один. Комбайн такой классный есть. О, слышишь, тут есть 140. Тут есть вообще один. 214, 211 метров кубических, прикинь. Ебать, это махина, я в шоке. Я в присапе. Лежу. Красава. Сейчас ты будешь, понял, этот, руками. Собирал когда-нибудь урожай в реальной жизни? Нет. Понял. Ну ладно. А что за херня? Тут что, блин, добавились эти или что, комбайны, блин?
Что-то я не понял, не понял. А что мне делать? Сейчас комбайн будет. А, точно, вспомнил, за 550 комбайн будет. Вот. Сейчас тебе комбайн возьмет. Угу. А ты в комбайн. Если что, я не особо хорошо играю, потому что я недавно начал. Так что, ты урожай не сможешь собрать? Нет, смогу, почему нет? А вам дорогим, блин, комбайн. Ты в аренду будешь брать? Да, пока в аренду возьму. Я просто его протестить хочу. Там, блин, в каком-то комбайне можно трубу увеличивать. Но скины одинаковые. Да? Я не менял, я тупо зашел. Ну, у тебя только этот цвет кожи другой. Мне нега. Осуждаю, конечно, такие слова. Тут как будто два комбайна добавил, их бы вроде не было. Тут, может, у тебя мод какой-то? Кого? Я все поубирал, блин, вообще все, а, чтобы да. Этот челик зашел, блин, который стримит. Был же какой-то... А, ты стример? Этот, который на хворе стримит. Ну, Лис, вот этот, ты стример? Да. Ну как, просто подрубай иногда. А ты сейчас стримишь? Да. Да я не буду так говорить. Чё? Осуждаю то, что я сказал. Так там типа все равно никого нету, я на Твиче не стримлю. Пофиг, пофиг, пофиг. Иди, короче. Слышь, давай прицеп мне больше двойной возьмем. Зачем? Или этого хватит? А вы купили мне? Блин, я походу взял в аренду. В аренде пишут, что ничего нету. Слышь, а ты можешь со мной сесть в фуру рядом? Нет, нет, там вообще можно только один сидеть. Блин, ну это глупо, кстати. Короче, я тебе арендовал, иди бери. Вон он, недалеко, кстати. Погнали, я тебя подвезу в этом, в прицепе. А, во, я вот телепортировался. Ага. Надо же, блин, вот с модами играешь, никто не заходит, без модов у них все подходят. Все кому не лень. А просто с модами сервер, компьютерные моды, а на Xbox их нет. Да, мы уже проверили. Так. Мы уже поняли, да. О, пошло, пошло. Придется вручную, блин, урожай собирать. Нет, так ты... Какое поле надо? Которое видишь. Начинаем, не, мы начинаем... Рядом, чтобы... Так, слышь, вы ж друг другу мешать будете. С другой стороны начинай. Начинай с другой стороны. Нифига ты ему, а что у него? Джон, как называется? Джандир. А, Джандир, о. Тиса Джандир. Ой-ой-ой-ой-ой. Нифига. Он большой. Да. Тут жадко, как... Ты блин, топовый комбайн ему взял, он херней стреляет. Давай нам надо... Пока есть челик, который отвозит, блин, нам надо быстро убрать. Я не знаю, что у тебя... Слышь, как у тебя с пингом? У меня нормально. У меня такое, у меня, я чувствую, чуть-чуть дискомфорт есть такой, маленький. А давно ты стримить начал? Блин, ты как прыны-то едешь? Ты с другой стороны сказал. Я вообще в 18 году поднялся, а потом все, налево, зрители ушли. Налево, вот, туда-сюда, вперед-назад. А, я понял, что ты не буду. Ладно, сейчас. Я, короче, стримил Standoff 2, это телефонная игра, этот, стрелялка. Поднял там зрителей нормально. И потом, короче, все. И что-то все потом перестали меня встретить, я перестал стримить. Мне? А сколько дашь? Больше, ну, допустим, 19-20. 22. Да, я себе недавно Xbox просто купил. А ферму я только на телефоне играл. Я люблю, ну, как. На телефоне полная, ну, по сравнению с этим, полная фигня какая-то. Попробуй постримить Fortnite. Бо Fortnite большой актив. Да, ну я скачаю, попробую. Блин, вот честно говоря,
Без того мода на урожай, походу урожай небольшой будет. Ну ладно, конечно. Да? Еще мод на урожай есть? Да, там, короче, челик, короче, говорит, давай чуть-чуть облегчим ему эту жизнь, блин, и мод на урожай дополнительно. Там немного добавляют, но, блин, там так нормально, блин. Ну, Линис, вот это, да, да. Да, да. Меня и мы с другом напополам взяли, понял, типа. На двоих. А, как подключается. О, палим, палим. О, я, короче, с ним играл вроде, на каком-то сервере. Напишите ему ДС, посмотрим, если он будет постоянно играть. А как писать чат? А с Xbox нельзя вроде. Чё это нельзя? Ну, я не знаю, я винати шукал и везде шукал и не нашел. Знаю, с компьютера можно на Т-буку. На Т? Да, на Т угадал. Файл. А, вот, он написал, добавьте его. Или бы я еще добавлю. Добавь это. Давай я, вы работайте. Все равно стоишь. Да. Кстати, да как тебя зовут, я так и не услышал, на фуре тут. Меня Влад. Влад, ну, Влад и Ярик, нормально, запомнил, меня Витя. Витя? Да. Витя. Витя любит пиво. Так, я не вижу... Я знаю, какую ему работу дам. Там, короче, трактор... Слушай, Витя, напиши в чат любую цифру, чтобы... Да, я не вижу чат. О, вот, спасибо. Как у него Т... А, у него сначала цифры. 74, 57. Чего цифры сначала? Пишешь вот ТГВ. А, да? И, да, вот это полностью пишешь. Друзья. Еще раз, сделай мне цифру. Да ёлки-палки. В. ТГ. Гавр. Окей. Все, я ему отправил. Слышишь, так можно онлайн поднимать. Запускаю я свой этот сервер. Слышите? А. Давайте скультивируем, посадим пшеницу, а от пшеницы сделаем яйца. А яйца не стоят неплохо. Алло. Слышишь, что я придумал? Тебя не слышно, если что, Габор. Его Павел зовут. Павел. Паша, не слышно тебя. Этот. Алло. Да, слышно. Ярик, слышишь, ты если берешь это огрызки тебе отправляют. Фига у нас банда. О, ты слышишь, у меня Павел вообще летает. Павел, ты тут? Да он чисто помогает комбайнировать. Давай я эту трубу. Трубу давай, где ты? Я подъезжаю. Ты что, уже полный? Блин, он без мода на урожай, честно говоря, блин. Не, 6580. Павел, отойди с дороги, а то я собью тебя случайно. По паролю фермы, я говорю. 78-22, по-моему, да? Угу. Да. Слышь, короче, беру, пишу сервер, типа, стримлю на Ютубе или там на Троу. Вот, с Дискордом, нормально? Угу. Во, все. Сколько там еще? Так это интересно, ты сейчас сюда народу накидаешь, так? А тут, блин, тракторы, сука, не хватит. Не, в принципе, я купил, мы недавно купили 1, 2, 3 штуки, 3 трактора есть, 1 комбайн и фура. Добавь, сделай, чтобы Паша мог этот, работать. Паша? Сделай его там, на ферму просто зайти. С руководителем. Слышишь, кто создатель? Я создатель. Рома. Кто создатель игры? Подожди, а у нас нет поле пшеницы? Пшеницы засажено есть? Нет. Давайте какое-то поле субтитрируем, посадим пшеницу, сделаем один хотя бы курятник, купим кур и яйца будем. Давай завтра, потому что сейчас уже поздно. Зайдешь завтра? Блин, почему теперь пахнет чем-то какой-то другой вкусной едой? Потому что котлетки закончили жарить. А. Так, у меня 11% набирается с одного комбайна. О, это пипец, без урожайности той, которую мы... А, там еще одно поле? Это будет сложнее, блин.
Реализм. Здорово поле. Тут это поле здорово. Блин, а его не... Вот отвлекли меня. Не... Кстати, а Павел тут еще, нет? Я тут. Надо же ему работу дать. Раз зашел поиграть. Вы, кстати, часто играть будете или... Кстати, я отключил на Xbox худ. Как мне обратно его включить? На Xbox? Да, ну то, что слева показывает, что мне нажимать там. Вот я не знаю. Ярик, как вот стоишь, вот так вот и ходи туда-сюда. Ну-ну-ну, я понял. Я просто не так начал. Я отвлекся. А что мне делать? Я не знаю, что делать. Надо придумать. Подожди. Пинг-п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 ин
Нет, я буду играть. Я сейчас поиграю. Просто я долго сервер искал, решил сам создать, а с челиком раньше, с двумя даже, но она, правда, сейчас уже лучше. А сколько максимум людей? 8? Да, тут нет, один челик вообще уже почти не заходит, пошел в рыбалку. Часть людей, когда создаешь, но как-то можно 16 сделать. Нормально. 16 тут не будет играть, нет, да? Посмотрим на это. Почему у нас так много полей? Это одно единственное поле. Ой, это 5 полей соединенных в одно. А. Бля, ну честно говоря, два комбайна, блин, не зря. Там, кстати, у тебя труба вроде больше, чем здесь должна быть, нет? Фура ко мне не надо, фура ко мне не надо. Я сейчас вчера. Да. Без мода, честно говоря, это мало будет. Без мода так себе. Ну мод был на ржайность, туда-назад проехал уже в комбайн полный. Во, классно было. Нормально, зато у меня меньше есть. 15%. Я почти доехал до половины второго поля. Или, короче, один отвозил, не успевал отвозить, мы быстрее даем наполнять. Прикольно. Так, надо, короче... О, все, я сделал. Работу, да. И ты видишь вот этот видео вроде, да? Ну. Так на модхабе есть там вроде моды на урожай. И если на Xbox на модхабе эти моды есть, то можно установить, и они на с Xbox можно играть. Хорошая идея. Просто через модхаб надо. Потому что которых модов нету на метро. Да, мы понял, мы уже поняли это. Знаешь, в чем прикол? Надо, чтобы посмотрели, есть он или нет. Давай я выйду, посмотрю. Павел тут или нет? Или нужно название там вроде надо, или как там чекать? Как почекать? Павел тут или нет? Идентификацию нажми, сейчас я напишу название. Ага. Я не напишу, это ж надо выходить будет смотреть. Там, блин, это. Ну, попробуй так. Павел, короче, там есть трактор, бери любой, бери сеялку. Сеялка, это я посмотрел, она ее культивирует и сразу садит. Сади пока своего и бобы. А сеялка какая? Вот эта, там которая типа синяя. Белая, голубая, да? А я могу? Так. Начинаю он с 30 какого-то поля там. Сейчас посмотрим. На урожай. Свою бабу пока сади. Пока, блин, урожайности нету, пускай это просто сама легкая культура после травы. Можно было травой, в принципе, заняться. Мы, честно говоря, столько травой уже занялись. 3 карты поменяли, все время надоедало, блин. Карты надоедали, но травой все время вынимали. Так уже решили не с травы начать. В принципе, он вот этот урожай продали недавно. Я бы не играл, а этот челик играл. Так он купил фуру, 2 прицепа. Сарай какой-то купил. Короче, там 3 ляма с урожая вышло. Прикинь. 3 ляма неплохо. Ну, с этого поля вот это еще там одно здоровое поле. Его, правда, еще купить надо назад. Не, у тебя столько полей. Тут купить 44-е поле, это будет такая где-то как 3 поля.
вверх нажать это, свою богу на октябрь. Там должно нажато быть. Выйди, я посмотрю. А? Вышел? Вышел с трактора? Да. Блин, я пошел. Его надо в мае, в апреле садить. А, твою ж налево, блин. Что, что, что? Это надо, короче, культивировать надо, чтобы это, блин. Давайте его. Одно поле хотя бы пшеницей посадим. Не, просто надо эти время мотать, а сохнет урожай. Видишь, вот чем плохо, когда людей дохрена. Не, просто пшеница, допустим, на муку, допустим, можно было бы. Пшеница? А знаешь, что сейчас... Пшеница также на куры, а куры яйца дают. Я не знаю, сколько яйца дают. Сейчас можно пшеницу сюда? Я сейчас скажу, сколько стоит... Яйца стоят, если продавать, допустим, в пекарню, 3,788. Короче, 3,800. Да, мука, 3,800. Мука, на самом деле. Не, ячмень, наверное, посадим. Я сейчас на английском веду. Опа, на. Этот, блин, как... О, вот, есть Harvest Profit. Есть, слышь? Алло. Ой, подожди. А, это не оно, значит. Напиши в группу мод, я сейчас щепну. Здорово. Я через, хаб, через сайт чекну, на модхабе есть такой мод или нет. Ну, напиши Harvest, короче, на это урожай. Есть. Напишите в Дискорде. Да, а это то, что надо или нет? Field yield, его нету. Хотите, я вам скину. Скинь, кстати, им, потому что мы урожай собираем без урожайности. Скину, замолчите, пожалуйста. Стойте, не собирай тогда урожай, остановись пока. Включайте мод, блин, лучше. Как мод называется? Harvest Profit, и еще я вам сейчас скину еще один мод. Harvest Profit установили, да? Я установил. Короче, я поубирал все моды и тут челики подвали. Я сейчас вам скину это еще мод. Да вы можете их просто поставить, мы быстро с консоли нажмем просто одну кнопку скачать и все. Не, в модхабе нету этого мода. Сейчас. А мы так и не скачаем, типа на Xbox. У модхаба были. Потому что мы не сможем играть. На Xbox. Нет, так мода не будет на модхабе и зайти не можно. Из Xbox? Да, да. Да. Подожди, так если вы установите так вручную, что она работать не будет? Ну, он, во-первых, не установит, а во-первых, как ты собираешься играть с модами, которых нету в кроссплатформенном это. Там половина модов нету для кроссплатформенного. Да. Тогда давай так собирать. Нет, мод, вот этот Harvest Profit есть мод. А другие моды? Так не все ж моды, может есть там типа похожие моды. Понял. Че поливали к херам, блин, заебись, а кто отвозить будет? Я захожу сейчас. Только что-то не видно это. Вы на том сервере твоем играете? Не видно что-то твой сервер. В смысле не видно, блин? Блин, у меня еще телефон сел. Блин. Harvest Profit у меня установлен. У меня еще есть другие моды. Но они на Макабе есть? Видите, если тут что-то не нравится, у меня это, я могу сохраненку, который перед урожаем, это поставить. Ну, все равно, как раз будет меньше денег с урожая, а то и 3, и 1 миллион.